Ну что же, всем привет и добро пожаловать на продолжение прохождения NFS Pro Street PPG Edition, 59-я серия. Так, что выбрать? Блин, давай F1 для прикола, что ли. Так, сколько едет это, я не замерял в этом максималке. Давай королку. Ну и давай что-нибудь на дрифт. Ну, давай старый добрый Sky. На финал сложно будет подобрать машины адекватные. Хочется и ту. Ну что, он на Салине, мне что, на Формуле нельзя? Ой, на Макларене точнее. Да он почему-то вот здесь не особо быстрый. В этом прострите. Потому что ему не хватает это самое место разгона. Но это не сток. Во, видишь, типа здесь разгоняться начинает. У него хотя бы есть ручник. Ай, чуть не успел. Ой, тормози. Опа. Офигеть. Блин, такая короткая трасса, оказывается. Стой. Отлично. Фу, фига. Прикол. Секунда. Даже меньше. Ну, тут даже не старался в конце. Кстати, сохранится. Так, грипп, спринтран. Давай спринтран. Чтобы одно и то же-то не проходить, потом если не будет хватать, что-то пройдем грипп. Хотя вот здесь со спринтраном я, конечно... Могу и не это не вытянуть. Блин, Салин тоже медленно разгоняется, смотри. Че у этих машин с разгоном? Непонятно. Вроде два таких. Очень гипер машины. Серьезные. О, ничего себе. Вот, ой. А вот я не успел. Вот зараза. О, резко. Блин, против Audi сильно. Вот Audi едет, а у меня что такое? Ого, в нем победитель абсолютный. Ну сколько он на секунду? Не, чуть меньше. А, ну второй, нормально. Азот, кстати, тоже не особо помогает на старте, я проверял.
Ну, мне вторая позже включается, то есть я на первую прям долго еду. Может, надо было передачи, типа, первую, короче, прям сделать еще. Да я не помню, лазил я туда, не лазил в настройки. Че, первый, что ли? Так, да, смотри-ка. На полсекунды быстрее, чем тут на Audi был. Ну, ну все, тогда есть шансы здесь. А он что так медленно разгоняется? Серьезно? Облачка интересно. Че? А, я думал, без веревки ППГ там висит. Ручник реально спасает. О, тихо. Фига! Вау! Не, вот это скорость, а под конец. Я просто первый раз, наверное, это испугался Арески. Ты, скорее всего. А. Не, может, все даже не. А, ну хотя я выбрал Toyota. Могу и проиграть. Посмотрим. Не пробовал еще ее. Не в стоке. Фига, одно деление. О, ничего себе. Ничего себе, такого я не ожидал, мне понравилось. Все, на финал ее беру. На финал беру Toyota. Клево. Очень классная машина. Че тогда не выбрал? Непонятно. Ой, поздно. Что? Замечтался чуть. Куда ты едешь? Фу. Вот так. Отвлекся чуть-чуть и уже это самое. Ой, если она Вилли не едет. Ладно, проверим. Может и едет. Чё? Да едет. Встал на дыбы вначале, едет. Едет она Вилли, все нормально. Ну вот это нормально. Я хотя 7.2.2 сделал, я прям старался там. Это да. Ты думал, Селик имба. Это тоже ничего так. Так, смотри, показываю тебе королку. Я никак ее не тюнил. Просто единственная машина, которая у меня в стоке. До которой я реально вот прохожу. То есть не то, что в стоке и забил, а в стоке и прям проезжаю на ней. Даже азот у нее в стоке. Ой. Не ожидал такого резкого поворота. Хотя смотри, сколько уже. А, хотя он такой короткий. Йоу. Но я здесь 3000 надо набрать. Хотя первый, смотри, кажется. Да. Тихо, помедленней. Во. О, ничего себе.
Тихо. О, кизволка. У, сколько? 5000 почти. Нормально. Нормально. Неплохо. Офигенно. Давай пошире. Ага. Так, здесь поаккуратнее сделал. Ну вот, бонусы, если бы додержал, может было бы 5. Ладно, все, ну классно. Как мало. Как мало. Давай выберу 33. Давно на ней не катался. Отдавал предпочтение другим дрифтам. Да, у нее немножко другая окраска. Уже вроде металлик хамелеон. И диски чуть другие. Ой, что в другую сторону? А почему в другую сторону-то? Само перекладывается в другую сторону. О! Не, нормально, вот. Может, может. Машинка может. О! Что и следовало ожидать. Что и следовало ожидать от 33-шки. Так, тихо, что-то я разогнался. Оп. Ах, все нормально. Я, по-моему, до максимума не прокачивал, я уже не помню. А где защитка? Ладно, пофиг. Просто стриту не нравится, когда ты перекладываешься, что-то пытаешься из левого дрифта вправо идти, он перестает тебя засчитывать. А, нет, смотри, больше 1000 я прокачал, кажется. Ой. Как медленно. Серьезно, так понравилось? Воу-воу-воу, тихо. Во, какого хрена не защитывает? Ладно, пофиг. 57 есть. В этом самом в счетчике, и это хорошо. А, не посмотрел, сколько очков. Ладно, пофиг. We are really seeing some top racing out there today, folks. Drivers know that they are at peak performance, and it's really bringing it out of them. It certainly brought out the best in the Cooper, as he's just one race away from taking... Ну что, все готовы к финалу? Слушай, реально финал? Реально у нас остался только финал. Здесь будет 7 гонок. Одна из них я уже смотрел Endurance на 5 кругов, что ли, или 10 там, короче. Узнаю в следующей серии. Пока что большое спасибо тебе за просмотр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.